Бой за чайники и фены. В Актау открытие нового магазина электроники закончилось давкой, в которой лишь чудом обошлось без жертв. На распродажу в честь открытия собралось столько народу, что полицейским пришлось даже перекрыть движение рядом с магазином. Когда супермаркет открыли, вся толпа хлынула внутрь. Желающие купить мобильники и микроволновки по бросовым ценам даже сломали металлические перила на крыльце. Полицейские начали вытаскивать из толпы детей, а администрация безуспешно пыталась успокоить напористых клиентов. В итоге многие покупатели так и не попали в торговый центр, а вместо этого получили синяки и ссадины. Ажиотаж спал только спустя несколько часов. У кого-то сердце слабо, может, сразу. Не было таких случаев? Ну, я два маленьких пацана спас. Первого. А, спасли? Да, вот женщина, я вот плащ держал.